День добрый, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, клиенты и конкуренты. Приветствует вас сегодня компания Arbat Homes. Я Татьяна Пикер из солнечной, зимней, теплой Алании. На повестке дня сегодня район Махмутлар, квартира меблированная 1+1, 75 квадратов. Очень нестандартная квадратура для планировки 1+1. Район Махмутлар, напоминаю, улица Ататюрка. Вот такая вот отличная локация, потому что инфраструктура вся в пешей доступности под рукой. Нахожусь я сейчас на территории этого комплекса, который состоит из двух блоков, 13-этажного и 5-этажного, который находится за мной, и предложение наше находится именно в этом блоке, дорогие мои. Поехали в квартиру. На месте я, в холле, 1+1, 75 квадратов. Я много раз повторяла, что для 1+1 нестандартен холл и огромный балкон, что есть в этой квартире, и плюс холл, и 75 квадратов. Здесь у нас 3 в одном. Холл, с правой стороны мы видим зеркало большое, вешалки для вашей верхней одежды, сумок и так далее. Здесь у нас спальня, чуть попозже покажу, и просторная ванная комната в светлых и коричневых тонах. Очень понравилась угловая кухня. Опять же, для планировок 1+1 это совершенно нестандартно, потому что площадь не позволяет. Обычно в 1+1 бывает вот отсюда и до сюда бывает кухня. Как мы видим, здесь у нас огроменная просто площадь, рабочая поверхность, дамы и мужчины, кто любит готовить, прям для вас предложение. Окно, выходит у нас окно на юг. Вообще квартира солнечная, юго-запад. Дорогие мои, что у нас есть из бытовой техники, которая новая? Это у нас холодильник, это у нас варочная поверхность газовая, это у нас духовочка и, конечно же, вытяжка. Стиральную машину видим, все новое. Единственное, вам нужно будет приобрести сюда кондиционеры. Замечательная также обеденная зона на 4 персоны. И вот видим здесь гостиная и зона отдыха. Телевизор есть, журнальный чайный столик есть, кресло есть, прекрасный диван, цветовая гамма отличная, даже ковры, даже люстры в этой квартире имеются, поэтому только-только кондиционеры нужно будет вам сюда приобрести. Вот это тоже замечательный сет под телевизор, стоимость ходит. И в Турции мы любим пить чай и кофе, 3 журнальные столика для вас, когда приходят гости, вы вот это достаете и подаете, соответственно. Посмотрим с вами спальню. Вот мы в спальне, вся мебель новая и хорошего качества. Самое главное для спальни, конечно же, king size у нас кровать. Двуспальная, 2 тумбочки, видимо, здесь и выводки для кондиционеров, которые нужно будет вам приобрести. Огромный просто шкаф с зеркалом, светлый и очень хорошего качества. И окна выходят у нас на запад. Хочу обратить ваше внимание на качественный текстиль. Шторы очень понравились вот с такими вот красивыми кисточками. Поехали на балкон. А балкон какой в этой квартире замечательный. Опоясывает полностью по периметру всю квартиру. Вот с этой стороны, где у нас сейчас находится оператор, это кухонная зона. Дальше идем, следуем за мной. Это у нас гостиная. И туда дальше к спальне. Дорогие мои, прекрасный 75 квадратов. Как солнечно, выходят у нас окна как раз на инфраструктуре. Кстати, об инфраструктуре. Айдат составляет 150 лир. Что же входит в инфраструктуру? Это, конечно же, открытый плавательный бассейн с детской секцией, большая зеленая ухоженная территория, это открытая парковка, это джакузи в этом блоке и, конечно же, сауна для зимнего периода. Что еще нужно, чтобы погреться? Дорогие мои, кратенько подводим итоги. 1+1 смотрели мы с вами сегодня, район Махмутлар, комплекс состоит из двух блоков, 13-этажный напротив меня и подальше от улицы Ататюрка находится блок, где сейчас я нахожусь, здесь 6 этажей, фактически третий этаж, потому что два первых этажа у нас инфраструктура. Когда я говорю, что мы рассматриваем предложение на улице Ататюрка или близко к улице Ататюрку, вы все сразу говорите: ой, там очень будет шумно, это вторая основная улица Махмутлара. Но если бы мы находились с вами в первом блоке, тогда да, я с вами согласна. А шум от улицы Ататюрка у нас как раз закрывает вот этот блок, который стоит перед нами. 88 тысяч евро, 1+1, 75 квадратов. Дорогие мои, отличное предложение. До моря 500 метров.
вся инфраструктура в пешей доступности. С вами была Татьяна Пикер из зимней, из солнечной Алании. Пока-пока!